Детская школа искусств села Никола Березовка давно зарекомендовала себя как одно из лучших заведений дошкольного образования. Ежегодно воспитанники школы принимают участие в различных конкурсах и творческих поединках. Вот и на этот раз ДШИ не осталось в стороне. На всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль в Уфу поехали учащиеся музыкального отделения Самира Садретдинова, Карина Субханкулова, Амина Шарыгина и Арина Симонаева. Участие в конкурсах мы принимаем не первый год. Мы неоднократно становимся лауреатами международных, всероссийских, республиканских, открытых конкурсов. Не только по Республике Башкортостан и России, но и за пределами. Например, мы участвовали в международном конкурсе вокального искусства «Бельканто». Садретдинова Самира стал лауреатом первой степени. Самый запоминающий – это был 10 декабря. Я поехала на звезду Башкортостана. Там было много-много участников. У всех были классные песни. Я там заняла лауреат второй степени. Мне там очень понравилось, я очень обрадовалась. Я хотела бы поблагодарить своего педагога Алию Рашитовну и за поддержку моих родителей. Всего в конкурсе выступили около 70 участников со всей России. Дети Краснокамского района показали достойные результаты и вернулись с наградами. Еще один трофей привезли воспитанники образцового хореографического коллектива «Талисман», которые представляли детскую школу искусств села Куяново. Благодаря упорным тренировкам и опытному наставничеству руководителя Лилии Хайбрахмановой, ребята стали лауреатами первой степени. Наш образцовый хореографический коллектив «Талисман» принял участие во всероссийском конкурсе «Звезда Башкортостана», который проходил в городе Уфа. Мы заняли первое место. Выражаем огромную благодарность руководителю Лилии Даниловне Хайбрахмановой и директору детской школы искусств Санниковой Светлане Талибовне. Еще одним коллективом, показавшим достойные результаты, стал образцово-хореографический ансамбль «Жемчужина». Воспитанники детской школы искусств села Никола Березовка представили на суд жюри и зрителей русский танец под названием «Вешние прогулки». Это не первый конкурс, мы уже выезжали с этим составом на конкурсы, и дети довольны, это для них стимул. Участие в конкурсах – это стимул для дальнейшей работы, для дальнейших достижений. Мы планируем и дальние поездки, более такого широкого масштаба, и уверены, что будет достойная награда. Все ребята привезли достойные награды и в который раз прославили талантами родной Краснокамский район. Сейчас дети продолжают заниматься под руководством опытных наставников и не собираются останавливаться на достигнутом. В скором времени ребят ждут очередные победы и покорение новых вершин.